генеральний партнер проекту «Котеджне містечко Сосновий берег». Самое громкое и ожидаемое открытие этого лета. Открытие Yo Moscow Beach Club. 10 лет ждали. Буржуазия на GTV. Почему Yo Moscow? Хороший вопрос. Об этом реально все спрашивают. Ну, я так понимаю, это типа Yo Moscow, типа твоя Москва, да? Да. То есть твой... Клуб. Как минимум у нас танцпол на воде, такого нигде нету, по крайней мере в Одессе. Ой, сегодня приехала к нам Анна Семенович. Ну для тебя Анна Семенович, я ее называю Нюрочка. А также у нас будет российский диджей. Российский диджей. Российский диджей, диджей Люпин. Мало того, что это открытие Yo Moscow Beach Club, да тут буржуазия. Где? На GTV! Удивлен, когда услышал, что Йо открывается летом в Аркаде. Не, я скажу по секрету, мне рассказали это раньше. Но вообще этого ждали всегда, как бы, поскольку я зимняя Йо. Да, и меня каждый год спрашивают, а что летом, а летом где Йо? А что летом? А правда это, что вот у Йо это летний клуб, это Йо? А это летний клуб? Нет, говорю, это неправда, нету, но должно быть. Диджей маньяк и буржуазия на GTV. Yo Moscow – это клуб, это пляж-резорт, это ресторан, это караоке, это стрип и даже салон красоты. Одним словом, это Yo Moscow! Yeah! Ну, наконец-то появилось еще одно место летом, причем такое грандиозное место, как Yo Moscow Beach Club, где ты можешь показать свою тестостероновскую грудь. Да. Ну как, ты доволен? Ты рад, что открылось летнее? Да, очень классно. Потому что зимой ты постоянно там. Да. Я от Yo чувствую, типа, мой дом. Мы твою кровать взяли сюда. Да? Телек, кровать, кухня, все есть. Спасибо. Твой дом. Спасибо. Yo Moscow. И ждем свои гости нам. Приходите в гости в Yo Moscow Beach Club. И карай-карай тут. Не ожидали, что я подойду, или не ожидали, что откроется летнее Йо? Нет, мы ожидали, что откроется летнее Йо, потому что без этого никак Одесса бы не существовала. Мы очень благодарны Йо. Спасибо за очередное развлечение и пляж. Естественно, будем приходить посещать. Спасибо. Потрясающе. Не перестает удивлять Йо. Мне очень приятно, что мы можем утереть нос большим вот этим московским пафосным клубом. Я счастлива. Пускай они к нам едут, а не мы к ним. Почему без бокала? Почему не улыбаемся? Я за рулем, у меня прекрасное настроение. Просто еще, видимо, не проснулся. Как вы отреагировали на то, что Йо будет работать в летнем режиме? Это замечательно. Да? Да. Вы ждали этого? По мне видно, что я ждал. Но я, во всяком случае, действительно этому рад. В принципе, удобно, когда все танцуют, и танцпол есть для желающих. Кто хочет, возле столиков может потанцевать. Никто никому не мешает, в принципе. Когда каждый по себе, никто никого не напрягает, это очень здорово, можно отдохнуть. Как вам
первый в Одессе танцпол на воде. Прекрасно. Мы еще там не были. Но вы сегодня пробуете там танцевать, да? Конечно. А так все очень замечательно. А вы знаете, что подготовила Йо Москва сегодня? Что? Долгожданное появление Ани Семенович. Да, нас запомнили. Лично нет. Я вообще о ней ничего не слышал. Значит, сегодня будем узнавать. Буржуазия на GTV. Буржуазия на GTV. Генеральний партнер проекту – котеджне містечко «Сосновий берег». Чем хорошо жаркое лето, ни одна девушка не скажет, что ей не хватает тепла. Как вам он все? Очень красиво. Да? Приятно. А чего вы ожидаете от лета? Что-то нового. Что-то нового. Так вот вам новое открытие. Да. Летний режим. Йо Москва. Да. Вы знаете, почему Йо Москва? Нет. Правильно. Пусть все догадываются. Спасибо. Как? Я думаю, отлично. Крутится. Будет еще лучше. Сегодня на открытии присутствует певица Анна Семенович. Ну, как певица? Ну, присутствует. Ну, вы меня понимаете. Да. Что ожидаете? Веселой вечеринки, незабываемого вечера. А вот вам лишь бы вот потютюкаться и покушать, да? Да. Вот пришли и сразу на фуршет. А как же посмотреть, пообщаться? А может, посмотрели все. Вот так вот. Только открылось ее, вы уже сразу все скушали. Очень нравится. Наконец-то открылась летняя Йо, где можно отдохнуть с комфортом, с уютом и на открытом небе. Мало того, можно потанцевать, можно позагорать, можно покушать, можно спеть караоке, можно пойти на стрип. Если ты здесь, значит здесь просто the best, значит тут все celebrity. Значит здесь буржуазия на GTV. В Йо Москва даже музыка звучит с московским акцентом. Хорошее впечатление. Желаю ребятам хорошего бизнеса. Хорошей тусовки, хорошего лета и вообще хорошего настроения. Для Одессы это новое шоу. Это новое шоу, которое мы привезли обновленным составом. И мы будем его работать до конца этого сезона. С нового сезона будет все новое. Будет ли пополнение в составе девушек? У нас 25 человек. Я вам желаю отличного выступления. Спасибо. Давайте шокируйте публику.
супер. Такие красивые платья специально для открытия летнего Йо-Москва. Для себя прежде всего. Слышали, да, что открывается летняя Йо? Да, была реклама. Получили пригласительные или? Нет, мы сами. От друзей. По радио. Как вам первое впечатление? Пока ничего не могу сказать, но в принципе очень хорошо. Я думаю, что будет достойная конкуренция соседям. Всегда, где есть бассейн, это очень круто. Обычно вечеринка заканчивается прыганием в бассейн. У меня, да. Да по любасу. Вот, настоящий московский говор. По любасу. Вообще, конечно, очень прикольно то, что девушки ходят в таких костюмах. Это очень эпатажно, очень круто. Это такие люди. Это шоу-балет Ричарда Горна. Во, это круто. Но мне вообще нравится, когда есть бассейн, когда есть очень много гламурной публики, когда много пьют, много смеются и много улыбаются. А вы когда-нибудь видели танцпол на воде? Я могу устроить сегодня, хочешь? Такие красивые! Спасибо! Специально для открытия. Ну, конечно, да. А как же? И чего ожидаете? Ну, чего-то такого. Чего-то драйвового. Да. Чего-то необычного. Ну, естественно, открытие же. Я думаю, что сегодня будет что-то сверхъестественное, не знаю еще как. Ну, чтобы главное, чтобы было весело. Первое впечатление? Да. Очень интересно. Москва, не знаю, наверное, должно быть что-то новое. Ну, привыкли уже в Одессе, все, в принципе, уже обычно. Думаю, что здесь что-то должно быть, ну, не такое, как всегда. Изюминка Йо-Москва станет первой в Одессе танцпол на воде. Говорят, кучерявым людям больше всего везет. Да, это правда. Это действительно так? Да. С самого детства? С самого рождения. Самое лучшее везение, которое у тебя было? Да, мне уже повезло, что я родилась. Даже так? Да. Я думал, ты скажешь, мне повезло, что ты попала на открытие летнего Йо. Ну, это само собой. Как меня могут не пустить? Точно. Из Лондона приехали? Конечно. Отдыхали? Си. Одесситы? Си. So you, I guess you can speak English really good. No, español. No. Español, sí. ¿Es hablas español? Sí. Sí? Sí, todos los días. Animales ingratos, las mujeres y los gatos. Oui. Настоящие испанцы, наверное, да? Sí. Sí, sí. This is reality. Наконец-то в Одессе открылось официальное посольство Москвы. Это единственное посольство, которое работает круглосуточно. Yo Moscow Beach Club в Аркадии. И буржуазия на GTV. Генеральний партнер проекту – котеджне містечко «Сосновий берег».